Семена бальзамина махрового Афина Артемида, несомненно, будут искать любители ярких декоративных растений. Невысокий травянистый кустарничек с густой листвой и махровыми красно-бордовыми цветками дарит всем жизнерадостное праздничное настроение. Обильно цветет и на солнечном местоположении, и в кружевной тени. Эффектно смотрится в групповых посадках, в рабатках, бордюрах, на переднем плане миксбордеров и в балконном ящике. Чтобы получился пышный ковер, рассаду надо высаживать на расстоянии 15-20 см друг от друга. Такой коврик для сохранения буйного цветения потребует поддержания почвы во влажном состоянии и регулярных подкормок минеральными удобрениями. Бальзамин махровый Афина Артемида – это однолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Бальзамин прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает бальзамин махровый Афина Артемида в месяц июнь. Цветок окрашен в красный цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.